Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сефорочка, ты рада, что мы поменяли весь наш дизайн? Да! Дорогие друзья, мы решили немножко преобразить наши уроки, заменить место проведения, а также разобрались со звуком, сделали звук лучше, так что надеемся, вам понравятся наши уроки. А сегодня у нас очень интересная и вкусная тема. Давайте же посмотрим, о чем сегодня хочет Господь говорить к нам. Что это такое, Сефор, как ты думаешь? Это тесто. Это тесто, правильно. А что ручки делают? Ручки? Да. Они метают тесто. Они замешивают тесто. Мы сегодня хотим поговорить с вами о закваске. Итак, давайте прочитаем из Библии, что Господь говорит о закваске. Мы откроем Библию на страницах Евангелия от Матфея, 13 глава, 33 стих. «Иную притчу сказал он им, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Вот такую притчу предложил нам Господь. Посмотри, Сефорочка, женщина месит тесто. Ты внимательно слушала, что мама прочитала? Скажи, во что нужно класть закваску? В муку. Правильно. Нам необходимо смешать закваску и положить ее в муку, чтобы замешать тесто и увидеть, как оно будет умножаться, увеличиваться и станет большим. Итак, друзья, мы вместе с вами сейчас будем делать тесто. Итак, для нашей с вами поделки, для нашей с вами закваски нам понадобится теплая водичка. Я изначально ее подогрела. Вот такие дрожжи. Посмотрите, на самом деле дрожжи очень маленькие. Это такие грибочки, но если их правильно замешать и положить в муку, то они увеличивают тесто, оно будет расти. Давайте с вами смешаем сейчас сахар с дрожжами и отставим в сторону. И будем мешать наше тесто. Вот так, добавим чуть-чуть водички и замешаем нашу закваску. Отставим ее в сторону. Вот так вот мы замешали дрожжи с сахаром, добавили теплой водички. Очень важно, чтобы водичка была слегка теплая, не горячая, иначе дрожжи не поднимутся. И отставим в сторону, дадим настояться. И после этого будем месить наше тесто.
что, вот такая закваска у нас получилась. Мы замесили тесто, мы положили туда дрожжи. Сейчас наша задача накрыть пленочкой и поставить в теплое место, чтобы тесто подросло. Закваска – это для нас с вами духовный образ. Когда Слово Божие попадает в ваше сердечко, оно там умножается, оно растет, и вы приносите добрый плод. Сегодня, например, когда мы с вами прочитали из Библии о том, что Иисус говорит о закваске, уже в вашем сердечке производится плод. И поверьте, то, что сегодня попало в ваше сердце, оно обязательно умножится и принесет много плода. Ну что, дорогие друзья, мы с вами сделали закваску, вот слепили ее в такую лепешку и запекли эту лепешку, и у нас получился вот такой вот вкусный хлеб. И Сипфорка очень сильно хочет его попробовать, правда? Да. И Версавичка тоже хочет попробовать. Ну что ж, давайте сейчас мы с вами прочитаем один рассказ, как мы можем послужить ближнему. Послужить ближнему. Папа, позвала маленькая игуана. Черепашка заболела. Давай испечем ей печенье. Они замесили муку, сахар, масло и яйца. Давай польем печенье сиропом, предложила игуана, а сверху цветную посыпку. Когда печенье было готово, папа сложил его в корзину. И игуана направилась к дому черепашки. Аромат печенья витал в воздухе. Игуана не удержалась и заглянула под салфетку. Сказала она. Ее рот наполнился слюной. «Что там у тебя?» – зачирикали дружелюбные птицы. «Печенье», – ответила игуана. «Но оно для моей подруги-черепашки». Игуана не могла перестать думать о печенье и яркой посыпке. «А если она только один разочек чуть-чуть попробует цветную посыпку?» Ведь ничего плохого не случится. Рядом пролетела бабочка. «Какой аромат! Что так вкусно пахнет?» – спросила бабочка. «Печенье», – ответила игуана. «С посыпкой, но оно для черепашки». И игуана пошла дальше, решительно стараясь не думать об ароматном печенье. Когда она подошла к дому черепашки, то протянула ей корзину. Улыбнулась черепашка. «Печенье с посыпкой – мое любимое!» Затем она вытащила из корзины два печенья и одно протянула игуане. «Спасибо!» – поблагодарила игуана подружку перед тем, как откусить. «Печенье всегда кажется вкуснее, если кушать его с друзьями», – сказала черепашка. Стих для запоминания. Служите друг другу, служите друг другу, каждый тем даром, каждый тем даром, какой получил, какой получил. 1 Петра 4:10. 1 Петра 4:10. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами и Библию почитали, и о закваске поговорили, и хлеб испекли. Посмотрите, сколько интересного и доброго можно сделать всего лишь из одного стиха из Библии. А мы вам желаем хорошего дня и встретимся в следующих уроках. Пока-пока!